Всем привет, Дмитрий, компания Ферзь. Про геликов рассказывать не буду, Кейлес мы на него уже давно сделали, это уже не первая, не вторая, не третья машина, слава богу, все отработали, все хорошо работает. Но сегодня у нас появился 167-й GLE. Этих машин очень много приходит из Германии в комплектациях без Кейлеса. Казалось, достаточно нелегко поставить эту машину Кейлес, нужно менять замок, нужно прописывать. Так как мы находимся под санкциями, соответственно, не все возможно приписать, и достаточно проблематично и дорого. Поэтому мы с одной из китайских компаний договорились, и они, соответственно, сделали блок Кейлеса для вот этого Мерседеса. Вот он представляет из себя, то есть в комплект входит 4 ручки, провода, блок управления, который здесь не показан, и, соответственно, эта машина будет без грубого вмешательства, доработана, в нее будут установлены 4 ручки Кейлеса. И 167 будет тоже склеиться. Итак, несколько часов спустя тот же самый автомобиль, ключик у меня, еще оригинальные ручки стоят, и вот неоригинальные ручки уже подвешенные на проводке. Машина закрылась, и соответственно я снял ее с охраны, она открылась. То есть еще раз смотрите. Ну, сигналит она, потому что капот открыт на зарядке сейчас. И, соответственно, открылась, закрылась, открылась. GLE 167. Немецкая машина, оснащенная ручками компании Ферзь.